Так, ребятки, в общем-то, всем привет. Сегодня я стримлю пораньше, для того, чтобы иметь возможность не стримить завтра. А в воскресенье вечером перед футболом вас ожидает совместный стрим, где мы будем с Риторном пытаться это все сделать. Кто-нибудь придет, кто-нибудь один ко мне придет в гости, скажет привет или что-нибудь такое, и мы начнем. Просто время достаточно неудобное сегодня, я думаю, для многих, поэтому очень может быть, что там часть народа или кто захочет, будет смотреть ее, я имею в виду эту трансляцию в записи. Привет. Вот. Пришел человек, сказал привет. Саша, уровень музыки, уровень голоса, там вот такое все. А вы, кстати, в принципе, свет зажечь не хочется. Ох, не хочу. Жарко. Очень жарко. Выясню из чатика, что там как. Саша, уровень громкости скажи, пожалуйста, голоса, музычки, вот это все. Все супер, вау, все прекрасно, удивительно. Музыка очень в фоне, но это нормально, наверное. Ну, то есть, слышно, что что-то там блямкает, да, в общем-то. То есть, когда стример в состоянии аффекта и... Привет, Сереж. Вот, и молчит, и думает, или что-нибудь делает чудовищное, то там на фоне что-то бляпкает. Привет, привет. Голос нормальный. Алиона. Алиона. Алиона, это Яна. Окей, ладно. Люди есть? Давайте. Давайте позориться. Да. Нет, шутки шутками, я действительно последний слив вот этой вот... Что там они не упали? Может их уже покупать тогда? Слив последним УЭРом, вот, по какому-то нереальному не давало обе партии, он меня немножко выбил из колеи. Потому что мне просто нравится УЭР. Мне кажется, УЭР спол достаточно сложно собрать в этом формате нормально. 3.20, это что там получается? Но копейки, пока еще копейки, да? Пока не будем этим заниматься. Пока еще копейки. Скоро упадет. Ивы вскрытие очень низкие. Надо быть по часунам, чтобы вскрывать. Или хорошо общаться с Ильей, да? Плотненько. Для того, чтобы вскрывать всяких модных плейсволкеров и тому подобное. Фойловые мифики, кстати, не упали еще. Если фойловые мифики не упали, то есть еще вариант вскрыть деньги. Это фойловый мифик. Ну да, не упали пока еще. Вот. И, собственно, все, да, Бола, Саджани, Ангел там непонятно, что-то Тизерет немножко, Сархан немножко, Лилианка сильно упала. Все остальное, все там, цены будут непонятны, то есть только потом. Что у нас Александр там нагриндил? Как он называется, Сайка, да, по-моему? Лян, скроешь, если не продавай. Почему? Думаешь, они вырастут сильно? Или они тебе нужны? Ну, у Саши два трофея. Есть варик, что зомби будут одной из главных сил формата. Ого. И это интересно. Это интересно. То есть я, в принципе, ни разу не видел, чтобы скрывали Тизерета. Я видел уже трех, наверное, этих, как они называются, летающих булосов. Я видел... Надо бы арену записывать обновленную, как-то лениво. Вот, я говорю, я Джон мчу за всех, то есть за всех отрабатываю. Всем, кому лениво.
Как Рустам Бакиров-то говорил, что я типа трачу деньги для того, чтобы вам не пришлось это сделать. Что-то такое. Ну что, друзья мои, у нас опять БВ намечается, видимо, да? Только теперь уже с таким вампиром. Можно взять просто Divination, да? То есть такой спокойный пик в стиле Саши Жилина. Ну, такое. Летать, сосать, да-да-да-да. Летать, сосать. Немножко подустал, Илья много вскрывал. Ты еще и из Рета скрывал. Играть не лениво, записывать лениво, да? Вот, да, ну не, нечего тут особо брать. Как бы я не настолько действительно отбитый, чтобы брать Divination так высоко. Вот. Ну, двуцветная, конечно, такая. Ну, давайте возьмем, посмотрим, что там дальше из этого будет. Летать, сосать, такое же. Может быть, очень может быть, что это будет БВ. Очень не исключено, что это будет БВ. Зеленый эльф нет, не хочу я пробовать его. И даже вот эта вот карточка после этого меня не убедит, что он сильно хороший, нужен там или что-то такое. Грейвдиггер, как по мне, все-таки лучше Валора и Корсера. Корсер вообще немножко из другой колоды, да? Грейвдиггер это все-таки хорошая карта. Может быть, какой-нибудь Эпикур вернется с круга, что-нибудь такое. Можно даже Ревитализер достаточно низко в этой колоде играть. Раночка вот это ужасная вообще, ужасная, конечно. Очень страшная. То есть, опять же, некоторые колоды ее, в общем-то, почти не замечают, да, как бы. Вот, но некоторые, конечно, такое. Клетка, Нианейт. Орешки нам не нужны. Ты все про арену. Кто про что, а Саша про арену. Окей. Вот этот мальчик, кстати, чудовищной силы тоже, да? В соответствующей колоде. Вот, но мы-то возьмем клетку. И будем надеяться на сосальщика с круга. Иногда их отпускают очень низко. Клетка, клетка. Ну, какой мальчик же, какой же мальчик. Чаплин нам не нужен. Вот, Чаплин нам не нужен. Хотя, может быть, нам... Ну, Арчер очень. Вы знаете мою нездоровую любовь к Арчерам, да? Это фактически джита формата. Где девочка? Вот это девочка, да? Это мальчик. Вот, то есть, у нас пока есть один... Да, про арену либо плохо, либо никак. У нас есть один пэйофф. Вот. И очень может быть, что... Ну, короче, разное может случиться в этой жизни. Вот, Арчер всегда будет хорош. Арчер это Арчер. Пегас тоже хорош. Вообще базара нет. Но Арчер это Арчер. Нет, бомба совсем. Я в бомбу как-то чем дальше я играю, тем меньше мне нравится эта бомба. То есть она в некоторых... Она вот нужна вот там, если бы мы взяли... Какого-нибудь, как вот в прошлый раз мы отпускали на драфте, да? Там бело-синий УВ-артефакты. То есть там даже можно и бомбой играть. Ну вот, а тут мы будем играть чилдом, наверное. Как это не противно, но будем. Ну, собственно, он как бы... Вообще мы поначалу думали, что он прекрасный, да? Вот, ну будем играть чилдом. Что нам еще делать-то? Не бомбой же играть, действительно. Привет, Саш. Я бы не брал Арчера в БВ. Ну да, я знаю, что ты бы не брал Арчера в БВ. Ты бы брал этого, Лайфлинкера. Привет, привет, ребят. Всем привет. Посмотрим. Ты же не можешь отказаться от взятия Дивинейшена. Практически ни при каких условиях. Это, конечно, интересно. Давайте возьмем все-таки в сайт вот такого мальчика. И подумаем. Потому что на самом деле... Фиг знает. Сразу сделай скидку на то, что соседи слева берут белый, а третьем паке будет не очень. Ну, может быть. Где девочка? Кто из них девочка? Вот эта девочка, ну там, собственно, без вариантов вообще. Вот он, ваш прекрасный вампир с круга, да? Вот он, вангард, кстати, интересный, да, в этой колоде, в общем-то. Ну, вот такой. Все-таки сосать. Команда была сосать. Вот это назвал мальчиком. Хорошо.
Хорошо. Давайте, как это? Сейчас же нельзя называть мальчика мальчиком, девочки девочками. Давайте там. Кричушка. Вангард лучше, чем кажется? Вангард лучше, чем кажется. Но не факт, что у нас будет много кричей в ранней игре. Почему-то я скрафтил себе тезерета. Вангард лучше, чем кажется. Кошка нормальная, да. Кошка очень нормальная. Она дает халявный лайфгейн, да. То есть без затраты чего бы то ни было. Это понятно. Это, ребята, все понятно. Ну, для триггера. Я понял, ребят, вашу логику. Это тоже работает. Но как-то все-таки между неонейтом и кошкой, мне кажется, все-таки неонейт лучше. Может быть дадут больше. Нет, конечно, бесплатные триггеры нам бы не помешали. Но, собственно, у нас пока не так много. Вот и Чаплин, а вот и Мара. А вот и Invoke the Divine, да? Тоже туда же. А может быть, ребят, Мара в этой деке лучше, чем Чаплин? Как вы считаете? Может быть, Мара лучше? Может быть, много раз лучше, чем один раз? Что вы думаете? Мне кажется, много раз лучше, чем один раз. Ну, может быть, мы даже ревитализм будем играть вполне. То есть архетип открыт, по крайней мере, мне так кажется. Опять же, Мара начинает со страшной силой бегать под артифишером. Не то чтобы нам это было нужно для чего-то. Торментивый войс хороший. То есть белый-то как раз все ж таки открыт относительно, да? Ну просто, может быть, уже все поняли, что кошка не так хороша. И что на самом деле архетипов под кошку не так много. Если уж даже тот самый чувак 2-1 не во всех колодах хорош, которые выдают фастрек, я не помню, как называется. А вот и Чаплин. Фойловый паук. Друид, то есть это комба фактически в 4 картах, да? Прикольно. Ну, окей, ладно. Какой-то шанс с артифишером будем давать. Кошка в пегас, дечках, но все еще. Может быть. Нет, она нормальная такая. Она, в принципе, нормальная. Вот это фог, да, который пресловутый. А вот вам, кстати, ребятки, а? А вот Сархан, которому мы играть не будем. Он что-то же стоит еще, по-моему, что-то. Ну, немножко, но стоит. А, ну 4 тика стоит, окей. И что мы отдаем? Luminous Bond. И Гаргулью, да? Ну, топор максимум. А, нет, Strangling Spores еще. Пацифизм. Споры. Споры, кстати, в этом формате. Ну, действительно, Last Gasp подорожал на 2 маны, это очень много, да? 2 маны это очень много. Почему вот эта шляпа, это uncommon вообще? Объясните мне кто-нибудь. Еще один. Обалдеть. Обалдеть. Вот он Make a Stand, который мне в прошлый раз не особо понравился. Вот он Патруль. Прекрасный вообще. У нас есть Крипер. Здравствуй, Ангел. У нас есть Мара. Сколько нам еще надо артефактов, чтобы играть артифишерами? А чуть-чуть не успел. Видишь, я как бы сам пытался успеть, поэтому не сделал анонса немножко пораньше. Давайте-ка, ребят, возьмем все-таки артифишер и посмотрим, что из этого получится. То есть, ну, это очень сильный эффект на самом деле. Make a Stand... Он нормальный, но опять же, колода чуть-чуть не та, может быть. Вот так вот, да? Тебе нужны артефактные кричи, а не артефакты, это согласен. У меня есть 2 артефактные кричи. Пока.
Я не хочу отпускать вот это все на круг, честно, честно вам скажу. А другой оказывается. Есть. Мара ведь нифига не стена. У нее даже первая атака, и она может пороть со страшной силой. Ну, да, из УВ. Из УВ вот с этими, с чуваками 3-5, которые за синих дуются, да, такое. Ну, они полежат у нас в сайде. Мешать-то вот с этими, да, нет. Мешать-то они особо не будут, в общем-то. Лошадь, лошади, хази. Дивинейшн. Мы возьмем, наверное, скелет. Он, правда, у нас особо-то ничего не делает пока. Но он может что-нибудь делать. Он под вангарда, допустим, стоит, да? Вот. Вот это какулика я не буду играть. Вот этот трик. Ну, он нормальный, опять же, но... То есть не так, чтобы он нам сильно нужен был. Под Мару, допустим, да? Подмарывает. Только его надо под что-то все-таки съедать как-то. Take Vengeance, Аджани вас стенд. Скелет даже просто как вещь. Нет, скелет вообще хороший, да? Скелет хороший. Но смотрите, ребят, это уже может быть интересным. Я ни разу не играл Аджани вас стенд, она мне не очень нравится. Вот, но... Ей же можно играть все равно. Особенно, особенно, если у нас будут какие-то сак-аутлеты. Та же самая Гарпия, допустим, да, или что-то такое. Ну, или Take Vengeance. То есть сделать такой достаточно спокойный пик Take Vengeance еще один. Давайте, ребят, подумаем. Скажите свое мнение, это не очевидно достаточно для меня. Там есть умные люди, там есть КВЧФ в чатике, там есть Саша Жилин, Дэкспейс. Может, еще кто-то есть из таких, кто сильно умный. Окей, нет умных. Да, мне тоже кажется, что такой достаточно спокойный пик, он, ну, как бы он и есть спокойный. Престом играть очень сомнительно. Да, да, у нас ремувал это вообще не дофига на самом деле. Престом очень сомнительно играть, а вот филдкрипером с двумя ушлепушами, да, ну, какой-то шанс есть. Мельстоун, да, обязательно. Обязательно возьмем Мельстоун и будем им играть. Если бы Эпикур, оппонент лузал бы столько, сколько мы погейнили, да, тогда приз был бы хорош. Ну, лучше, намного лучше. Давайте возьмем филдкрипера. Все-таки сюда же. Мы там подбираем какую-то дечку, может быть. А вот и гарпия, ребята, да? Над Эпикуром, над Бладлеттером. Вот это вот все. Мы же возьмем гарпию, у нас как минимум есть скелет. Как минимум. Да. Да. Ну, тут подарок такой, как бы Bloodletter тоже нам прям супер. Но гарпия. Жаль, что чарку отпустили. Но чарка такая. Я с очень не хочу играть вот этим безобразным двуголовым уродом. Он такой гадкий на вид какой-то прям вообще. Прям вот отвратительный просто. Я не хочу играть отвратительными картами. Не знаю, не знаю, Саш, насчет чарки. Это большой вопрос на самом деле. Очень большой вопрос. Если мы вскроем Эспер Дракона, мы можем играть. Ну вот он, аппаратус ваш. Мало ли. Оркестр играет. Ну, пока это точно дека не под Северин Байт, но это возможно. Аппарат маленьким эффектом, слишком слабым эффектом, скажем так. Цон мало очень делает для карты. Дорого, мало. Шок стоит одну ману, это инстант, и он много с чем взаимодействует. Аппарат стоит 4 маны. Он медленный, тупой и такой немножко безобразный. Ну что? Гаргулья с круга не вернется точно. Неонейт с кругом может вернуться. Гаргулья, в принципе. Такая интересная, да? Неонейт хороший, но у нас там пока есть чем пососать. Претензия дорого, медленно или мало делает. А за свою цену?
под девочек. А, вот под этих девочек. Кстати, слушайте. У нас там в сайде есть такие интересные девочки. И вот такой файловый. Почему, ребята, вы не можете быть в разных бустерах? Есть шансы, что Регал Бладлорд вернется с круга, да? Варлидера мы возьмем, конечно. О, мы точно возьмем Варлидера. И Take Vengeance там отдаем тоже. Но жаловаться мы не будем. И от Джанни Прайдмейта мы возьмем. Я вообще первый раз его беру в этом формате. Вот так оркестр играет в такт. Ну, наверное, один Blood Divination нам нужен. Все ж таки. Да. Один Blood Divination нам нужен обязательно. А Каттерснайп Анкома? А он и был Анкоманом, да, Каттерснайп, ребят? Смотрите, что делается. Так. Может быть, тут взять фонтан над спорами? У нас что по ремувалу? Два Take Vengeance, клетка, да? Давайте, ребятки, возьмем фонтан. У нас раз payoff, два payoff, да? Три payoff. Может, что-нибудь еще где-то там придет. Давайте-ка вот все-таки мы сделаем страшное и возьмем над двумя ремувалами фонтан. Пытаемся играть синергично, вот это вот все. Вот, к вопросу, да, аппаратус и фонтан. Фонтан трая туда, к аппаратус, ну... Если нам дадут Бладлорда, или если нам дадут хоть что-нибудь с круга еще. Ну, наверное, Чаплин-то лучше, чем сайдовый Дюрес, да? У нас могло быть два Мильстоуна, Саша, да? Или Эпикура, или Бладлорда, или что-нибудь такое. А то у нас вот это все есть, оно очень слабое по эффекту по-своему. Как бы не пришлось вот эту вот мега-комбу вытаскивать из загашника, потому что у нас пока слишком... То есть она как бы вся синергичная, но power level низкий, мне кажется. Достаточно низкий. Наверное, Лич Кэрис все-таки, да, ребят? Фил Спектр особо ничего не делает. Мара нормальная, но... Такая. А ремувала у нас маловато все-таки. Тем более он опять же синергичный с колодой. Я вообще белую Мару, но не особо. То есть нормально, но не могу сказать, что прям дикий фанат. Да, ремувал нужнее, Фагбист. Пакбист и по харам нормальный. И поднимает нам фонтан. Да. Поднимает нам фонтан, поднимает нам гаргулью, в общем-то. Достаточно нужную. А вот второй неоней. И тогда можно аппаратом. Можно аппаратом играть. Можно играть аппаратом. Но... Ага! Ха-ха-ха! А вот это, ребята, хорошо. Вот это, ребята, хорошо. Это хорошо. Да. Это хорошо. Сейчас мы там все, наверное, ревиталайз, может быть, не влезет. Или не ревиталайз, или детеныш все-таки безобразный, да? Давайте возьмем Uncommon, мы вряд ли чем-то из этого будем играть в любом случае. Вообще не говорим. Не просто читер, а читер из читеров. Может быть какой-то вообще вариант, что мы играем с Северин Байтом? Раз, два, три. Раз, два, три. Четыре, да? Можем. Но вторым Трасти Пакмейджем мы не будем играть. Точно. Три. Эх. Эх, ребята, слушайте. А...
Прям это. Давайте думать. Значит, комба мега-идиота, наверное, все-таки остается в сайде. У нас есть две хорошие артефачные кричи. Можем положить еще две хорошие, условно, очень условно хорошие артефачные кричи. Вот и все. Минус дитя и чаплин. Ну, дитя безобразие вообще. Дитя это просто безобразие ходячее. Вот. Может быть, ревиталайз все-таки. Все-таки. Ревиталайз циклит. И это правда. Можем даже скелета убрать, в общем-то. Из дрова только дивинейшн и фонтан. Да, фонтан рекурсивный. Рекурсивный фонтан. Ну, мы можем убрать скелета, допустим, положить ревиталайз. Но это как бы более такое, более техничное, но непонятно. На самом деле, арчер добивает всяких блокеров вот под бесеныши, вот под этих вот, вот такое вот все. Опять же, дочка хорошая. Как она сыграет? Ну, скорее всего, 2-1 в лучшем случае, да? Как мы обычно делаем. Да, пожалуй, что так. Но эти 2-1 еще надо постараться их получить. Мне нравится колода. То есть это лучшая БВ из всех, которые я собирал пока. Точнее, не так. Она самая эстетически приятная. Та, которая была с Ментором, с Open the Grave и с Ангелом, была, наверное, по силе карта повыше. Оппонент идет 1-1. У нас есть какая-то рука. Что мы пойдем легко сходим в атаку, разменяемся на топтера, наверное. А, мы даже не разменяемся, господи. Мы даже не разменяемся на топтера. Стоит, да? И стоит. Кстати, гарпия с этим и писёнышами тоже сатану делает, да? То есть, если он наденет на мага и пройдет, возьмет карточку, это нормально. Так. Интересно. То есть менять один в один как-то, ну, безобразно совершенно, да? Что мы с этим делать-то всем будем, интересно? Напарывать его горгульей, что ли, потом потихоньку? Интересная ситуация. Может, эпикуру поставить вообще? Надо, наверное, эпикуру поставить, да? Чего, расти борт? Ну, я ращу борт, в общем-то.
То есть он возьмет карту и получит достаточно нормальную ответку такую, да? Можем ли мы себе позволить атаку, допустим, всеми? Допустим, атака всеми. Какие у него будут блоки? Блок всеми под вар лидера? Ну, пожалуйста. Вот это вот гадство мы съедим, да? Вот это мы убьем. Давайте-ка, наверное, в атаку всеми. Или без Чаплина. Или вообще всеми. Там может быть баунс, например, да? Давайте-ка в атаку всеми. Сперва лучников оффлайера. Не знаю, я бы, может быть, под гарпию съел побольше. Ну, посмотрим. Можно и лучника сперва. Все можно. Живым все можно. Не знаю. Сейчас посмотрим, Игорь. Может быть. Может быть, так надо было делать. Может быть, так надо было делать. Лучником, опять же. Мне показалось, вот это более правильно. Ну, не знаю. Но генератор токенов на самом деле непонятно вообще, нужен ли мне сейчас, честно говоря. Подождите, ребят, нет, не путайте меня. Угу, конище убить птицу, да. Я не уверен, что за вот варлидера нужно прям держаться очень сильно. Может быть, это был правильный плей, не знаю, может быть, не буду спорить. Скорее правильный, чем нет, да? У нас, кстати, дизеля в сайде на всякий случай-то нету. Аппаратус, да, у него там всякие флеера. У нас, в общем-то, не так много ответов на флееров. Для кого опасное, а кому идти по краю, кажется... Вместо одного Чаплина, вместо одного Неонейта. Вместо одного Чаплина, видимо, да? Это такое. Мы на дрове, мы типа защищаемся. Мы типа на дрове, мы типа защищаемся. Жизнь других людей. Ты поймешь, как это важно. Камба на руке. Когда на пороге дома встанешь у дверей. Жизнь бывает разная, для кого напрасная, а кому весь мир играя, вертится быстрей. Ты поймешь, что все возможно.
Да, давай ремусол, чувак, конечно. Говна не жалко. Забирает самых первых преданных друзей. Ты поймешь, как это больно, когда на пороге дома встанешь у дверей. Жизнь бывает разная, стая птиц отвязная. То от счастья неба мало, то в несчастье нет. Ты поймешь, как все отдал ей, когда на пороге дома встанешь у дверей, когда на пороге дома встанешь. Ну, видимо, или нет? Видимо, все-таки гарпия, да? Шарпия. Шарпию, да. Вот так вот, да? Ну, наверное, все-таки пороче. Наверное, все-таки пороть. Дрейк немножко болезненный. Сегодня кому-то говорят до свидания. Завтра скажут прощай навсегда. Агрессивный оппонент. Какой лютый агрессивный оппонент. Завтра кто-то, вернувшись домой, достанет в руинах свои города. Ну, видимо, активация горгульи, атака всеми, и убили вот это существо замечательно. Полетели ремоулы, не ремоулы полетели, а? Полетели ремоулы, да? Ну, то есть, собственно, это не суть важно. Ого. Ого. У нас есть медленная комба. Мы, наверное, так и сделаем. Передадим ход по этому поводу. Может быть, там дальше Blood Divination сыграем какой-нибудь. Активация джина прям. Ого! Просака Эвернина. Я постараюсь не забыть, да. Я, честно говоря, буду его сейчас это под Divination драть. Пока там все это. Завтра, завтра. Не сегодня. Все лентяи говорят. Ну да. Полетели виши. Полетели виши и стаю упреков. Завтра где-то, кто знает, где война.
Чего мы можем? До каких размеров он разжирается? Разжирается она не такая большая. Может быть разжирать, ребята? Что вы думаете? Это момент очень серьезный на самом деле. Момент очень серьезный, очень непростой. То есть съели раз, вернули, съели два, кушать, да? Вы думаете кушать? До 4-5 она растет, да, то есть он блокает джинов, но такое. Не хочется кушать. Да ману-то я поставлю. Это понятно, что в блоке. Нет, дело не в этом. Но это все понятно. Нет, суть не в этом. Суть в том, что он все-таки красно-синий. Вот что. У него растапанная мана. Вот это вот все. Давайте. А может быть баунс там, еще что-нибудь такое. Много всякой гадости на свете есть. Шкаляр пускай, как раз шкаляр-то пускай. Вообще пускай шкаляр. Самое плохое, если он сейчас в атаку пойдет. Но, что делать, друзья? Все равно мы в любом случае будем этим заниматься. Потому что, мы никак не можем себе это позволить. Блок и кушай. Да понятно, что сперва блок. И в принципе, нет, наверное, в обычного джина. Конечно, лучше выбрать. Lightning Strike, например, да, конечно. Lightning Strike не работает, кстати. Да давай уже, что там у тебя? Шорт страйк работает, да. Еще как работает. Плохо это все. Это очень плохо. Даже если мы съедаем все остальное, у нас получается как раз 7 на попе, да? Даже скелет это я верну. Лето я верну, ребятки. Прекрасный аппаратус. Мы, в принципе, можем чем блокать как-то, но нет. Окей. Да, Шурстрайк очень плохой вариант. Два джина. Ну, как-то бредово, наверное. Бредово. А аппаратус все-таки нужен. При том, что у нас, в принципе, сдача была вполне нормальная. Но она просто у оппонента была хорошая. Давайте так.
Что получается? Мара, что ли? Мара на белый, потом Аджани Прайдмейд и Вангард, да? Забавно. Там, как мы все помним, есть контра, да? Сначала Вангард, но мы потеряем триггер на Прайдмейда. Но не важно. Думаешь, он будет ее контрить? Давай. Давай, пущай контрит. Ну и что? Теперь-то Прайдмейд? Жопа это все, ребята. Вот что я вам скажу. Да. Все так. Оппонент великолепен просто. Просто великолепен. А это хорошо ведь, да? Это ведь хорошо? Лошадь почему не пошла? Да, действительно, почему лошадь не пошла? Мы можем разменяться Вангардом на Топтера, интересно? Наверное, можем, ребят, чтобы он эту маску не носил свою, да? Мне кажется, можем. Источник Сасани у нас есть вроде как пока. Мне тоже кажется, что можем. Надо как-то немножко это... стараться поддавить. Потому что... да... ну, пытаться, по крайней мере, поддавить. Не знаю, что там из этого получится. Там поддавить, не поддавить. Да, поддавили. Наверное, нет. Наверное, без клетки. Мышей будет так? Нет, 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 мышей у меня не будет. Это немножко задержка чата, как раз оппонент на все находит ответы, поэтому мышей не будет. Без мышей. Вот, блин, не будет мышей, веселый смайлик поставил. Саша, ты что такой злой-то? Надо грустный смайлик ставить, когда не будет мышей-то. А ты, главное, взял и веселый смайлик поставил. Надо же. Где?
как-то у нас все кривовато чуть-чуть. Нет ощущения такого легкого? Легкого ощущения кривизны происходящего. Окей, так можно. Да и так тоже можно. Понравилось в прошлый раз, да? Говорит, мужик, я так и знал, что тебе понравится. Ну, нечем убить, согласен. Но, возможно, мы и так справимся. Убить Джина в сайде? Не помню, Саш. Прям карта такая? Сейчас посмотрим, убиваем мы раньше или не убиваем. Чем мы, ребята, жрем фонтан или не жрем фонтан? Как вы думаете? Нам эти хиты с фонтана вот вообще никуда не впились. Жрем, наверное, фонтан. Купаемся в фонтане. Ну, то есть они, может быть, и впились, там какие-то будут рейсы, там какие-то, я не знаю, но... Грейвдиггер. Грейвдиггер, теоретически, это очень хорошо, да? В эпикура? Или не в эпикура? Или в мышек, вы считаете? Может, в эпикура? Это ежу понятно, что он поднимает пацана за 5 маны. Какого пацана за 5 маны? То есть эпикур убивает быстрее, да? Эпикур убивает быстрее. Намного быстрее. Наверное, в эпикура все-таки. Ну, эпикура. В эпикура. Сидит и видит день за днем, как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни видны. Вот даже так. Вот даже так. Третья кость. Она дворец идет весна. Она в кого-то влюблена. А этот кто-то за окном. Сидит и видит день за днем. Хобби на ботом, это неплохо. Не знаю, Саша.
Нет, почему? Обычно ремоут за 5 ман есть. Вечер в хатах. Свой ход активировал сосальщика. Вот, ребят, смотрите. Тоже очень интересный момент. То есть, если мы не чампаемся, и там нет ответа, чамп не меняет клок, да. Он наш клок меняет. Но он не дает ему взять одну карту. Наверное, я против чампа, да? Три блокера. Нам не хватает хита, что ли, да? На, это естественный такой топ, да. Ну, да, то есть любой белый спел. Слушайте, ну мне начинает это надоедать в этом формате уже, как-то прям вот эти вот смешные моменты. Окей. Надоело. Аппаратус тоже выигрывал, да? Бладбонд выигрывал. Лич Кэрис выигрывал. Тейк Венженс выигрывал. Вампир Неонет не выигрывал. Вар Лидер выигрывал. Молча поиграем немножко. Празднуют мир дети последних.
Забавно, он знал, что мы погенили хиты, несмотря на то, что его не было в игре. Прикольно. Не буду блокать. Подними и пронеси. Подними и пронеси, да. Там у всех все есть, да, ребят? В этом прикол какой-то. Я умираю, когда вижу, точно вижу, и некому успеть. Я так боюсь не успеть. Хотя... Да уж успокойся, Саша, уже. Не будет мышей, не будет. Поставь веселый смайлик, да. Никогда не будет мышей. Астрологи две недели без мышей. Выстрелю в спину, выберу мину, и добрый вечер. Я не нарочно, просто запала. Я разгадала знак бесконечность. Разочарован. Не могла против того нормального? Нормально дать. Ротом комбо. Да? Да, опять одна из тех хороших колод, которые, к сожалению... Которые, к сожалению... Фонтан слова наглухо, все так. Так, первый пик же, слушайте. Я, наверное, пока просто мышкой еще похожу немножко. Может быть, на следующий ход уже пойти в атаку всем, это что-нибудь. То есть мы ходим на три входа, да? Да, да. На два. Страйк, электрифай, шок. Пипяка, господи. Отлично. Да, смешная игра, мальчик. Заторможенными мыслями в отсутствии, конечно, тебя. И я застыну. Я, наверное, все-таки сблокаю, потому что, как бы, ну, это что смеяться-то? Если мы ничего не будем тапдекать. Прекрасная история. Просто прекрасная история. Вопросу о вероятностях, да, ребят?
Это приложение называется «Полный пиздец». А вообще, если серьезно, это называется Magic the Gathering Online. Программа вот такая. Приложение, программа, это не важно все. Не в этом дело. Совершенно не в этом дело. Да, дружище, да. Нет, после того, что она со мной делает, ее можно пооскорблять немножко. Пускай оскорбляют ее как хотят. Сейчас сольемся, дропнемся, будем счастливы, довольны, сыграем еще на 5. Непонятно, кстати. Пони тоже кони. На черный вы имеете в виду, да? А, нет, на каст. На каст, на белый. У нас есть кирпичи, да. Электрифай на руке, да? Электрифай на руке, на. Да нет, зачем прайда? Надо ставить варлидера. Для того, чтобы... Нет, но... Если у него будет всегда и все, то как бы не важно, что мы играем. Идти в атаку спокойно совершенно, потому что этот чувак все равно не жилец. Ну, то есть, точнее, как? Ну, то есть, да, вы меня поняли. Можем выйти из рейнджа, попытаться. Вот как вам идея сразу поставить Трасти Пакбиста для того, чтобы получить пятую попу? Мне нравится эта идея, честно говоря. Мега пипяка инкамен, да?
последний трамвай. Ты к дому иди, не спеша. Лайла, ла-ла. Да, у нас. После ситуации в первой партии и в третьей партии... Окей. Вот сюда, да? И того, что было вчера в последней партии, как бы уже не очень хочется это все обсуждать. Как вам идея убить скелетона, чтобы выйти из рейнджа пипяки от Джани Вурмаблока? Да, давайте убьем скелетона, чтобы прокачать от Джани. Стою. Чтобы Аджани был 8-8. Потому что у нас может не быть другого способа качнуть пипяку. Ну, в смысле, обойти пипяку. То есть нам поставить пипяку, у нас нет летала. Электрифай вот сюда, да? Угу. Мне кажется, это был правильный бой. И до сих пор так же кажется. Зачем нам верить в эти сказки? У него есть всякие чуваки 3-2 неприятные, да? Мне кажется, нам не нужно порадоваться все равно. Нам хорошо, а это значит... Детеныш? Да, ну тоже такое. Да, но носорог как бы такая вообще не очень хорошая карта, по-моему. Ну, то есть он имеет право на жизнь, конечно. Определенно. Чего, оппоненту все хорошо? Угу.
Это, кстати, интересная опция будет. Сейчас посмотрим. Может быть, его действительно жахнуть. Что вы, ребята, думаете? Жахнет, конечно. Но, окей. Ну, вот сильно, сильно надящий. Ну, а там в чатике только один ангел, по-моему, пережил шок от первой партии. Первого матча. Он сидит со всякими своими ремувалами, да, но пускай убивает нам карты. Вообще, по задумке, мы должны сидеть на таком облаке. Мы сегодня пришли, было вообще... Тем более, шоком ее не убить. Я вчера по заветам Саши собрал 4C с двумя трехцветными драконами. Ну да, есть такая. Еще спидфлейм, да? Наверное, пришел февраль. Но это похоже на то, что электрифая хотя бы не будет, да? Сказал букварь, как это было давно, сколько с тех пор нагрешено, сколько светлых. Нет, не так. Он же триггерится, как мы видели. Как он проиграл первый раунд с такой декой запросто. Очень даже запросто. Да, он помнит. Я не знаю, почему он это делает, но он помнит. Пока я первый раз он так сделал. Просто, допустим, там у него, допустим, Lightning Strike на руке есть, да? Вот, тогда вот так правильно сделать. Ну, это понятно, что триггер в конце хода. И это понятно, что за раунд. Непонятно, как он это помнит. А Эпикур не помнит, но там у него может быть электрифай, да? Машинное проклятие. Давай вернемся. В прокуренной кухне осталось вино. Но почему Мара на черный? Сначала Эпикур. Давай, брат, вернемся. В прокуренной кухне осталось. А потом Мара на черный, да. Котики сильнее вампиров. Да, же можно, да, да. Песен про ветер. И я пел про это всерьез, что уже пел про это там. Как это было давно, значит будет 5 куплетов. Поднял за один, да? Окей. Нагрешено. Поднял, сыграл, да? Насколько пишет? 4 же пишет, да, ребят? А, ну он сейчас сыграет до блока. Угу. Oh,
Давай. Спарк танк. И еще раз поднял, да? Слушай, давай вернемся. В прокуренной кухне осталось вино. Еще куплет. Теперь он задирает юбки и залезает в штаны. Это дело для ветра, но было же время. Мы были друг другу нужны. Как это было давно. Сколько с тех пор нагрешено. Сколько светлых идей заживо погребено. Слушай, давай вернемся. В прокуренной кухне осталось вино. Эй, Питер, давай вернемся. Это что за атака такая? Прокачка, что ли? Массовая прокачка. Трампет Пласт. Абонент нереально веселый. Песня Главное яйцо не вскрыть. На самом деле нормально. Единственное, что он себе поднял еще санину вон тут. Зато Грейв Диггер активировался, если он его не убьет, да? Сейчас он нам придет намного, мы жахнем его. Скорее всего. Агрессивненько. Еще и блокеры.
Арчера увидели. Ну давай, чувак, если ты играешь, то я отставлю. Господи, имеет такой красный цвет, он собрал РГ. Чтоб я всю жизнь так собирал РГ с таким красным. Гарпия тоже у нас на гриле давно, да? Окей. Два электрифая, шок, лайтнинг, страйк. Чуваку тоже обидно, он сыграл 0-2. Если кто есть ВКонтактике, но нет нашей группы, парняга Spitfire небольшую ВЛ получит, конечно. Да, маленькую. Маленькую ВЛ. Зачем этот зеленый? Из-за пипяки, что ли? Господи. Нам сейчас тех гаргуйла присудим. Темпо плей, да?
Ничего не боюсь. В этой колоде очень хорошо лежат эти ремувалы за одну черненькую, которые делают минус X по количеству, там, типа хиляют на один и делают минус X по количеству похилов. Окей. Честно, это честно. Скелетон тоже хорошо, да? Давайте посмотрим, что из этого получится для начала. Такой понятно, 5 карт на руке, он в таких цветах, что... Ого! Ого! Value Knight? Value Knight. Предложение, пожелание. Ну, то есть сосать надо. Видимо, надо ставить гарпию. Хотя гарпия со скелетоном это такое. Наверное, ставить скелетона надо просто тупо, да? Или чё? Или чё? Лампочка или чё? За скелетона подробимся, скелет. А видишь, он может в атаку пойти, честно говоря, вообще-то. Но так-то, если что, то надо, конечно, будет нам дроваться, надо супер, вообще супер надо. Этот сам по себе не Vigilance. Это странно, но это хорошо. Это можно, это детский. Это детский. Тогда босса грохнем. Да, атаки-то у него нету. Я надеюсь. Я люблю свою родину, вроде бы. Я полжизни рабом на заводе был. И штаны носил прямо на скелет. А теперь меня это не торгает. Я люблю свою родину, вроде бы. Я полжизни рабом на заводе был. И штаны носил. Ну, могло и получше быть, конечно. Черные мало, да? Очень. Как легко свою жизнь превратить. Вино я хотел бы грузинское и в кино. И на солнечном пляже валяться, но я не... Вот так у нас будет разговор. Не жалость, это отдают черный. Окей. Хорошо. А, они все получают дабл страйк. Все получают дабл страйк, да? Окей, нехорошо. То, что все получают дабл страйк, нехорошо. Нет, какое-то количество черное мне надо. Нет, мне очень надо черного. Мне очень надо черного. Мы тут не порастем. Флайерот надо будет сейчас убивать. Потом чампаться. Это, конечно, бред вообще. Ну ладно. А
Без атаки? Ну, без атаки тоже неплохо. Пожалуйста, черненькую, пожалуйста. Спасибо, ребята, за черненькую отдельную. Гарпи проезд, потом Джанни вернуть Грейвдиггером. Это очень, очень супер медленно. Ну, что-то такое, наверное, да. Господи, ну идиот какой, ну сука. Конченый. Я уже точно как Рустам стал. 2-2-3, Рустам, Рустам, да, я Рустам, все. Можете называть меня просто Рустам. Как можно быть таким дебилом? Он же имбецил. Да, я, видимо, дошел до стадии. Шесть. Имбецил, он же имбецил. Друзья, посмотрите, у нас оппонент имбецил. Еще глоток, и мы горем. Он что сделал? Он сконтрил бонтуэшем нам, кричушку. Психику ломают контрспеллы с двойными костами. На 6 принимаем, ну принимаем. Лучше на трасте пак без том, что ли. Да, наверное, лучше трасти по листам. Давай, давай, чувак, у тебя очень красивая синергичная колода. Все делает. Все делает. Все, и скастую еще что-нибудь. Да-да-да, Лаксадон. Вот Лаксадон это наш выбор вообще. Лаксадон, чувак. Не кто-то, а Лаксадон. А ты не видел вчера Air Spells, который? Я вчера поздненько по новосибирскому стримил ночью, часов 12 назад. Проспал. Посмотри в записи, там тоже очень показательная последняя партия. Да, раз, два, три. Там самое это вообще цимис в последней партии. Лирчик. Ой, господи, Лирчика призвали. Вот дожили, ребята, Лирчика призвали. Все-таки вторую черную, или уже не надо будет. Или уже просто не надо будет. Давай, дружище, что-нибудь с двойными костами. Нет у нас спелла? А, есть, есть. Есть, я только хотел брать сказать примерно что-то вот про такое, да. Давай, 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 давай. Давай, 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 чувак, давай, давай. Отрывайся. Окей. Окей. Чем мы теперь чампать это говно будем, да? Никаких сомнений, похоже, счастлив я, и не слыха, чтобы в таком хорошем настроении.
ночь и красота. Все это ты, и ты не привидение. Фантастика, фантастика. Неужто мы остаемся вместе на века, на века. Флайер парит скелета, флайер дигнет, флайер хороший. Парит не флайер, парит отсутствие черной маны. Че, ставим горгулью или скелетов пытаемся вернуть? Он нас там не оснащает просто так уже, вот физически. Может, может оснащать. Я все надеюсь как-нибудь погениться с Чаплина, чтобы в его ход тоже поставить мышку. Это же имбецил. Да, опасно. Давай, чувак, сделаем это по-быстрому. Я правда очень сильно от тебя устал. Двойных костов. Я скучаю по Рустаму. Если кто-то в жизни его видит, я бы прям с огромным удовольствием посмотрел бы стримы мэджиковские Рустаму. Хардстоуновский, наверное, не стал бы смотреть. Я хотя даже хардстоуновский стрим Рустам посмотрел. А вот мэджиковский 100% посмотрел бы. Ох. Чем будем садить против нашего интеллектуального оппонента? Детеныш. Аппаратус? Аппаратус? Окей. Будем пытаться делать все, что можем, да? Там плюс 2, плюс 1, наверное, в этой синергичной деке должно быть для логики. То есть нам обязательно надо погениться как-то, да? Пытаться. Что-то типа такого. Ну, то есть там, если что-то там чудовищное, то мы приплыли прям махом вообще. Что-то я с Найтом, да, наверное, зря этим рыцарем так стал. Давай. Шок. Утренний шок для лица. Lightning Strike, что-то. Sun Cleanser. На джина на своего надень. Здравствуй, Ларго, дорогой. О, не может быть такого, реально? Реально? У нас есть вторая черная в колоде. Это не бывает такого, не может быть. Это фантастика.
Пришел на горе Нирвана, да, все так. Все так. Именно так. Ну и, наверное, атаки-то нету все-таки, да? Наверное, все-таки атаки нету пока. Но у меня бывает редко очень горение, сами знаете. Кто мои стримы смотрит периодически, знает, что у меня горение бывает очень редко. И блокается красным. Хорошо, опасно очень. По-моему, я лошара. Да, я лошара. Я лошара конская. Спонсор фирмы Горение. Да нет, я еще и облажался очень сильно сейчас. Только что. Но играть надо как-то, как-то типа уметь. 4, да? Типа как-то. Но это, наверное, лишнее. Фирма Горение. Да, наверное, давайте этого прайдмейта растить. Давайте растить прайдмейта. Можно на Lucky Top Deck выигрывать. Да, собственно, этим и занимаемся. Чем еще-то? Чем еще? Мы же... у нас... А, он в этот, он вообще не сработал. Да? Окей, ладно. Даже, не, даже пытаться больше не... Мы можем себе позволить хоть какую-нибудь атаку. Это блокер хороший. Можем сходить, наверное, в атаку одной мышкой, может быть. Может, мы можем сходить в атаку одной мышкой. Давайте сходим в атаку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть блокеров будет, да? Давайте сходим в атаку одной мышкой. Может быть, даже можно было бы и двумя мышками, да? Зачем атаковать, чтобы выиграть лирчик? Там же нет блокеров флайера. Это же не флайер. А очень похоже на флайера почему-то. Не рискуй, подумай. Ну, то есть представь, что ты играешь мортирой, да? Представь, что ты играешь мортирой. Оппонент играет очень странно. У оппонента, конечно, там был... Очень веселые моменты были, да? Я буду чампаться вот этим вот пацанчиком вообще за не вопрос. Поставить еще одну мышку — это счастье. Раскачать Аджани — это счастье. Если бы играл мортирой, я бы не рисковал. Да. Это 100%. Если бы ты играл мортирой, ты бы не рисковал, я знаю. Это я знаю. Мне надоело это все, вот честно я вам скажу. Все вот эти какие-то дикие нерасклады, вот эти вот неполноценные, имбецильные оппоненты, да, вот это вот все. 4, да? 4. Я когда-то настолько устану, что перешагну. Это дом, это МКАД, это солнце, это луну. Почему не ходил первым? Эти улицы с белым асфальте. Потому что мы боимся Take Vengeance. Школоту мышкару, детвору, хэштег не умру. Чем мы не умру? Ну, я... мышами залетаю. Оппонент сдал совершенно выигрышную партию. Знаете почему? Потому что он имбецил. Потому что он идиот. Аппаратус? Да, я знаю, что там наркарта. Аппаратус или не аппаратус, друзья? Я настолько устану, что стану белее коры.
Я в первый раз... Ну нет, на самом деле, конечно, не в первый, но не так часто бывает, что мне нравятся мои колоды. Мне нравится вот эта колода, нравилась моя прошлая вар-колода. И оба раза я слил по каким-то чудовищным нераскладам. И это мне не нравится. Понятно, не очень white power. Понятно, не пригодился. Я только Асмеру писал в чатике, что где родился, там и пригодился. Кипнул. И на ботом, окей. У нас есть фонтан, у нас есть карта победы. Ателирчик настолько соскучился, что пришел смотреть на лимитед. Я иногда играю модерн. Я вон даже деньги собираю на эту, как она называется. На Марду Пироманта. Я долго думал, чем бы я хотел играть в модерне, в принципе. И пришел к Марду Пироманту. Я бы сдавался после фонтана на первый. Да-да-да, фонтан на первый — это одна из самых страшных угроз формата. Когда ты видишь фонтан на первый, надо очень быстро на него отвечать, понимаешь? Ответ не найдешь буквально в течение 2-3 ходов. Я думаю, что это все уже почти. На типок же собирали. Про типок, Сережа, ситуация такая. То есть ты сдавал на типок? Про типок ситуация следующая. Значит, типок собирать сейчас особо смысла нету. Вон, у КВЧ спроси. Типок я... Он сдавал на Тефери. Тефери есть во всех форматах. Господи! Нам убили Гарпию. Смотрите. Нам унизили. Буквально обоссали Гарпию. Какая жесть. У нас теперь есть обоссанная Гарпия, которая может сакать крич, но не может получать с этого каунтер. Смешно. Смешно. Вот. И нет никакого смысла собирать сейчас типок. Чтоб тебя ротация не так... Ага, БВ рыцари каких-то. Я не смогу этим говном играть. Костя. БВ рыцарь. Ага. Точно, я помню. Вчера такая фигня была. Аналогичный случай был в нашей деревне. Ты себя недооцениваешь. Нет, но если ей можно хорошо, нормально гриндить... Это же какая-то агра, по-моему, да? Какая-то... Это типовой аналог хьюманов, что ли, да? Тоже со всякими этими. С дизраптом. Монорет двинутый. Но монорет ведь ротируется. Надо посмотреть, может, она действительно не такая отвратительная, как звучит. Монаретом можно гриндить, но монорет весь ротируется. Чувак будет сидеть со своей этой... костями там потрясти, или как она называется. Хорошо, чувак. Меня устраивает ситуация. Веришь, нет? Интеллектуал там же. Вот, и проблема заключается в том, что если начинаете играть в типок, надо играть гриндовой колодой. Гриндовой, тайерной, достаточно быстрой, не какой-нибудь там, никаким мучительным контролем, а чем-то таким. Ну вот там, типа вот Монорей, ДБР, да там. Это же все ротируется сейчас. Вот, я и не умею в типок вообще, я там даже не представляю совершенно вообще ничего про типок. Поэтому есть вариант собирать Марду Пиромант, потому что он клевый. О! Вот на эту вот шняшку я тебя и надену, чувак. Скорее всего, да? У меня, кстати, в моду печальная история случилась лишь день после моих 5-0. У меня гиз сломалась. Карточка формально есть, по факту ее нет, вместо этого бруны. Как в смысле, как сломалась? Не понял. Мои крылья съели время и мох. Баг такой странный, что ли? Не понял я ничего. Летал слишком долго и приземлился вчера. Она попала мне в сердце и осталась в нем до утра. Я пил в набат, пил в ледо. Мутировал. Звал на помощь, но никто не пришел. Давай, чувак. Я думаю, надо сыграть дизель фонтан. Ну, как минимум, надо втапаться тоже еще. Это 100%. Это 100%, все так. Все так. Она попала. Все так. Мне прямо в сердце. Она
Ну а куда ему деваться? Пацаны забьют и фамилию не спросят. Контрольщик хрена. Там еще враз, кстати, может быть. Чувак меня так технично на враз разводил все это время. Сердце осталось мне навсегда. Сереж, Сереж Ефимов, а ты прям думаешь, что это очень хорошая идея собирать типок? Видите еще в чем проблема? А, вот так вот, да? Хорошо. Проблема еще в том, что типок, наверное, уходит в арену больше, нет? О-ля-ля. Как вы думаете, можем пороть всеми? Или это плохая идея? Ну, кроме... То есть, что мы... Да, ну... Мы теряем одного Чаплина, что ли? Проходим на дополнительные три хита? Ну, просто оппонент особо ничего не делает. Ну, как зачем? Нет, я не про то. Я про то, что никто не будет в Magic Online смотреть. Никто не будет в Magic Online. Ну, как бы, то есть, не знаю, вы только все. Вы только все. Парю по воздуху. Я и так парю по воздуху. Я его и не только по воздуху парю. Вам что, жалко Чаплина этого, правда, реально? ЗБТ. Не-не, не про то речь. Не про то речь. Я про свои стримы говорю. Я только про свои стримы. Арену я стримить пока не буду еще долго. Там очень много специфического контингента, который друг для друга пускай стримит. Параллельно не могу сказать. Тефари контроль стандарт наполовину модерн. Но это не очень гриндовая колода, скорее всего, Сереж. Потому что, ну, можно гриндить контролями, то есть надо тогда иметь значительно выше винрейт контролями, чем агрой, да? Потому что классически, конечно, колода для гринда это агровая колода. Значит, мы точно раздрафтимся 100%, точно сыграем один тур, может быть, сыграем два тура. Волшебно, волшебно. Но мы, по крайней мере, ушли от 0-2. Какой шанс оппоненту? Оппоненту шафлер пускай шансы дает. Как, собственно. Вот, последние две колоды мне нравились. Вот что я вам скажу. Что тут у нас было? Вот это был нормальный BV Life. Два вампира. День, Константин. Пропал зря. Я помню формат, где у меня драфтов 20 было сыграно 2-1. В общем-то, я же для вас стараюсь. Играющие на России. Не знаю, насколько оно вам надо, в принципе. Но может и надо. Игорь Саруханов вскрыл, да. Только поиграть не пришлось. Я поиграл бы с Арханом, кстати. Лутер. Лутер с плюсовой обилкой, это я проиграл бы. Давайте. Продолжаем наши веселенькие приключения в мире М19. А, вот! Я говорил про Тезерета. А вот теперь, друзья мои, мы спокойно поиграем синим. Вот это хорошо. Вот это хорошо. Какой самый слабый цвет? Зеленый. Зеленый, Саша. Во-первых, он симпатичный, да?
Во-вторых, это, наверное, УВ-артефакты, да? Что-то типа попытки форсить УВ-артефакты. Что? Ну не. Ты меня спросил, какой самый слабый цвет? Я тебе сказал свое мнение, ты говоришь, ну не. Костя, Юра на ФНМ придет, уехал на Байкал. О, клево. Эх, ребятки, вы как это, как москвичи. Живете рядом с Байкалом? И, наверное, бываете на Байкале там раз в несколько лет в лучшем случае. Там только Петровский у вас. Байкал. Что вы думаете, друзья мои? Какой хороший пик второй после Тезерета? Почему он сайт у меня пал? Пуэр артефакт, назови Deus Ex Machina. Ангел? Кавалерия? Питгас? Нет, дело не в этом. Вот смотри, вот тебе пики. Сделай пик из этого бустера. Тезерету артефакты все же нужны. Вторая обилка у него лучше с артефактами. Она такая странная карточка сама по себе. Ангел-то тоже, конечно, не божественный, вот, но ничего. Но у него двойной кост. Ангел или кавалерия? Я знаю, что ангел или кавалерия. Давайте возьмем ангела, но возможно, что кавалерия-то получше. Пионер с круга. Ангел порит не по-детски, сам себе артефакты делает. А там был какой-то ремул? Пионера жаль отпускать. Синий раб это ремул? Это условно ремул лучше. Хочу такую. Странный вариативный ремул. Скайсканер или Эминспикер, ребятки? Стрёмный, но вариативный. Не ангел, нет, почему ангел-то? Зачем ангел-то, господи? Почему ангел? Либо спикер, либо сканер. Сканер. Не нужны же Тезерету артефакты, чё ты? Нигма Дрейк. Нигма Дрейк. Нигма Дрейк. Шмара, может, правда? Ты, блин, тут переобщался с КВЧ Шмара. Какая ещё Шмара? Ну тут, собственно, сильно брать-то над ней нечего. Tormenting Voice, чтобы форсить UR Spell сразу, да? Монау? Монау инками? Легкая лошадь? Все пока на мазе. На биг мазе. Кавалерия, стена, монолит. Монолит не хочу. Кавалерию хочу. Багбиста? Ну, наверное, хочу тоже. А почему нет? Увы, открыт. Увы, открыт. Давайте возьмем кавалерию. Давайте возьмем стену, наверное. Мы ее можем садить теоретически. Если мы будем монау. А зачем, Саш? Зачем монолит? То есть можно монолит? А зачем? Вторая Мара. А может правда Монау? Вроде как Мары-то в Монау говорят получше немножко. Смешно. Будешь что сакать? Но... Не чил, наверное, все равно кавалерию. Вот, но это такой. С легким сплэшем, да?
Хотел лыцаря. Я, у меня два лыцаря. Лыцарь на лыцаре. Достает и одинокая мигрень. Подруга дней моих меня любила целый день. За двоих. Цена становится 2-3. Потом она становится 4-1. Ранняя Агата, да. И те эти говорят, ты нам не враг, ты нам не друг, ни там, ни тут. Ну вот, сделаем топтера. Отдадим топтера, да? Или отдадим пионера там, или скайсканера. Все хлеб. Все хлеб, ребятки. Да, Саша, да, с вечеру. О! А вот это сложно. Для меня это очень сложно. Пока время есть, у нас есть целая минута. Чатик, я прошу высказываться, потому что это очень сложно и очень интересно. Вот этот чувак сатанинский вообще. Сатана. Вот этот чувак очень хорош. Но, по-моему, все равно пират, да. Мне кажется, все равно пират. Потому что это требует условий, а пират не требует условий. Шкаф. Здесь есть шкаф. А, ну да. Дух адовая тварь вообще. Адовый, нереальный, ужасный. Есть шансы, есть. Есть шансы. Или там скатер крутнется. Есть шансы. Вот, но пиратка, я говорю, что вот я проиграл оппоненту с мулигана до 4. У него был мулиган до 4. Чувак поставил на второй ход пиратку. И то ли на третий, то ли на четвертый ход пиратку. Наверное, Divination над Айвином, да? Наш первый Divination. Я думаю, что первый Divination нужно взять достаточно высоко. Вот, по заветам Саши. Жилина. Я бы не доверял тварям. Это хороший жизненный принцип, Лерчик. Это очень... Так вот надо в жизни всегда вообще. Слушай, Трибетр без тебя не может. Он тебя каждый стрим вспоминает. Когда, допустим, по часуна там... Чтобы с круга набрать 1 мана 2-2, если есть артефакт. Можно подумать над этим. Над этим тоже можно подумать. У нас есть еще один номинат спикер. У нас есть буккейс. У нас есть двиндл. Но! У нас есть свечеру. У нас есть кэнсел. У нас, может быть, все-таки амин спикера. Я ему написал, что у вас какое-то странное взаимное чувство с Лирчиком. Потому что вы все время, да... Спикер над двиндлом, да? Спикер над двиндлом. А что мы будем делать с большими? Нет, я не про шкаф, я про двиндл. Может быть, правда двиндл, ребят? Давайте возьмем двиндла. То есть амин спикер, вот именно по высоте пика он ниже. Вот, но минспикер очень хорош. Но у нас слишком мало ответов на все. У нас слишком мало ответов вообще. У нас только мы вопросы можем какие-то задавать. Не знаю, я считаю, что вот скорее всего двиндл лучше здесь. Второй такой дрейк, да? Мы могли быть прекрасны. Мы могли бы быть прекрасны. У нас есть Divination, у нас есть Cancel и у нас есть свечерок. Хорошо. Одну такую возьмем точно совершенно. Я могу быть черным, но я не хочу быть черным. То есть, по крайней мере. Нет, белый у меня очень-очень маленький белый. Давайте возьмем вот этого парня. Мы можем... У нас там могут быть всякие дровающие за артефакты. У нас такое все может быть. Давайте возьмем. Пукулу. Вряд ли она что-то стоит. Это очень выгодно, Лерчик, как минимум. Может быть, не столько модно и стильно, но очень выгодно. Чил, еще один чил. Не небольшой.
чил. Что у нас будет делать чил? Ну что-то, может быть, будет делать чил, да? Давайте чил. Давайте. У нас огромный, огромный третий слот. Вот мальчик Prodigy, но возьмем там Anticipate. Сине-зеленый. Давайте возьмем сине-зеленый. Посмотрим. Давайте возьмем Disperse. Может быть, будет слабоват. Давайте возьмем Monolith. Ну, белый сплэш это вот ни о чем, честно говоря. Давайте возьмем Foil Common. Вот это вот как вообще? Вот это вот как? Нас ведь там в количестве, по-моему. Anticipate, Disperse, Cancel Divination, Chill, Switcheroo, да? Сальвагер, конечно, с Дрейком, да, такое. Ну, можем, мы можем быть крафт. Красные мы точно можем быть. Чувак 1-3, конечно, не вернулся. Шкаф не вернулся. Два пака дек, да, это бывает. Потому что не нужен монолит в мейне. Что он делает? Если вот мы будем со вторым цветом, или у нас хоть что-нибудь будет взаимодействовать с ним, кроме Тезерет? Положим обязательно. Обязательно положим. То есть у нас интересный пак, в котором нет ни одной синей карты. В котором нет вообще ничего, кроме кавалерии, да? То есть не просто ничего, а вообще ничего. Да, луна. Обязательно возьмем луну. Ну, второй вариант это дракон, да, или минотавр. Стартовый пак, он мало без цвета. Да, то есть тут даже двойной карты, только земля есть. Сплэш присматривает, ну как, вот есть кавалерия, допустим, да, как вариант сплэша. Это нормальный сплэш, но не высший. Монолит мейн. Может быть и монолит мейн. Грейвьярд маршал стоит чуть-чуть, по-моему. Если он стоит 2 тика сейчас, я его возьму. Я совсем поиздержался со всем этим. Нет, он упал, он уже ничего не стоит. Ну, блин. Он, наверное, поднимется. Какой дракон? Вот этот дракон. Вот этот дракон. И Дрейк. Или Luminous Bones. Дракон с двойным кастом тяжело. Дракон с двойным кастом тяжело. Ну давайте возьмем Бонды, да, потому что все равно мы больше белые, чем какие бы то ни было, да? Давайте возьмем Минспикера. Мы очень давно хотели себе Минспикера. Нам его не давали. А он есть. Давайте возьмем второго такого. Второй такой гораздо лучше, чем все, что здесь может быть еще. Контра, да, Лерчик, контра. Контра тоже есть. Обязательно будем играть контроль. Возьмем земельку, наверное, над Геральдом. Ой, непонятно, что с первым-то делать будем. Белищая чарка, да. Оленя хотите, реально? Серьезно, оленя? Прям вот хотите оленя? Блин. Ну, давайте, не знаю, давайте возьмем оленя. Ну, как? Ну, оленя, оленя. А, ну, да, очень даже может быть, что... Посмотрим. Это вот это ни о чем, в общем-то. Все это ни о чем. Скатер или сканер? С тезеретом. Наверное, сканер, да? Да можем взять с круга. Можем. Скатер. Скатер. Над сканером, да? Вы полагаете? Не знаю, зачем сплэшить грустный белый. Он действительно грустный. Трибетер просто как бы поминает тебя в суе. Постоянно. Где-нибудь ля-ля-ля-ля-ля, лирчик. Ля-ля-ля-ля-ля, лирчик. Господи.
чувака, по-моему, немножко это как-то. Мы готовы еще подождать. А мы можем играть двумя воловмистами? С декендами, с пионерами, со всякими, да? С тизеретами. Слово паразит. Может быть. Может быть. Ля-ля-ля. Геи, ля-ля-ля. Псы, ля-ля-ля. Легаси. Ну что-то да такое. Хм. Нет, я к трибетеру тоже очень хорошо отношусь. Это как бы ваши там какие-то. Понятно, что красные давали. Хз, что белые подались. Его не давали вообще. Ну, так. Да, истины, конечно. Страдания на моно... Посмотрим, будет ли. Нет, в 15 все равно играть нельзя, наверное, в 16. Максимум в 16.41. Посмотрим сейчас. Но если не играть стенами, то тогда получается, что это не моноу. То есть на моноу-то мы пока не заработали. Мары, Мары, Константин, что ты так... Ты умеешь на лошади кататься? Катался на лошади кто-нибудь? Да лошадка. Тем более... Клевая, водоплавающая лошадка. Катался, вот. Они хорошие лошадки. Второй чил, что ли, я не знаю даже. Зачем, пардоньте, моноу? А что ты хочешь-то? Дрейка, что ли, положить? Ну? Да, видел я фейл болото, да. Ну, теоретически можно, тотали лост тоже можно. Теоретически. Шкалера очень не хочется, хотя, в общем-то, теоретически. А вот наша земелька, кстати. Все вроде бы просто, но я не пытался понять. Да, там могло же быть два Дрейка. Могло быть два Дрейка. Нет, Лерчик, я не играю в реале. У меня нету ни одного там поинта, или как это называется, который нужен. То есть zero point. Что мы постоянно. Что-то такое, наверное, да? Можно cancel в сайт положить. Но притворялись чужими. Нравится так? Что-нибудь типа 10-6. Но мы любили друг с учетом земельки. Но мы друг про друга забыли. В принципе, в этой деке cancel неплох, потому что мы можем ставить ранние угрозы и жопить. Жалерчик, ну когда-нибудь, может быть, вернусь, отберусь на следующий год там. Не знаю, этим заниматься надо. В реале играть. Много же играть надо, да, там что-то, чтобы получить. Научил меня
Мы же можем позволить себе 16 земель в такой колоде, по-моему. У нас есть Anticipate, у нас есть Divination. У нас курочка заканчивается на 5-м слоте, в общем-то. Или вы хотите все-таки побольше? На ГП второй день пройти еще по мелочи. На самом деле не особо много, особенно если играть в премиум турнир. Может быть даже они есть в Новосибе. Очень жарко, есть предложение поехать попозже. Так, ребятки, все ж таки, 16, да, конечно, без монолита, Саша, но... В двухцветке монолит плохой. Может быть, 17-41? Или вот нормально все-таки в 16? Это очень не агра, конечно. Но у нас есть Амина Спикер, у нас есть Anticipate, у нас есть Divination, у нас есть Tethered, в конце концов. 18 с монолитом. Вы, Константин, такой остроумный, что иногда аж страшно делается вообще, что есть такие остроумные люди на свете. Жизнь проходит, а я еще не обзавелся таким нереальным бородатым остроумием. 16:40 и погнали насасывать. Сам боюсь каждую секунду, каждую минуту. Да, 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 да. Чатик умывает руки. Чатик. Чатик, чатику нравится развлекаться. Чатик смотрит на это все. 6-7. Я боюсь, что я мало боюсь. 17 с монолитом. Встаньте вы от монолита, пожалуйста. Но шутки шутками, в 17:41 я поиграл бы, конечно. Ладно. КВЧ озарил нас знамением, так что пойдем. Вот такое мы еще не насасывали. Мара лютит. В прошлом драфте ОВР, как-то она... Да. Мы их там мы кормили там. Нет. Хулиганы. Да. А? Кто же сосать будет? План на победу. Есть план на победу. Победа, хозяин. Или ты про него? На него там сосать не пересосать. М18? Он же М19, по-моему. Мне офигенно нравится он. Мне он вообще... Я тащусь вообще просто, правда. Честно. Очень нравится. Он М18 или М19? М19. Перчик, ты это... Застрял в прошлом году. Сейчас же модно как-то не так говорить, да? Сейчас говорят, вот, типа... Сейчас бы вы... Что-то такое там. Сейчас бы, типа... В 2К18. А, у него ремоу есть, клево. Вообще резкий такой оппонент. Без третьей маны. Опасно. Мы-то, в общем, тоже без четвертого. Восемнадцать не было. Да, не было. И это правда. Если сейчас ничего не произойдет вообще, я, наверное, поставлю
Exclusion Maga. Я имею в виду, что если мы, нас не будет ландропа, у оппонента не будет ландропа, вообще ничего нет. Да. В такой ситуации я поставлю Exclusion Maga. Ну, потому что как бы сами понимаете. Ну, понятно, есть еще один ремонт. Какой-нибудь Lightning Strike. Или Шок. Шок, наверное, да? Шок, да. Во, я теперь тоже как модный. Буду это хвалиться тем, что я прочитал оппонента, все дела там. Как открытую книгу. Но мне-то будет манка, нет? У Мини-то манка будет. Я просто не знаю, что делать в этой ситуации. Реально. Запили отдельную группу. Читка оппонента с Евгением Пешковым. Легко. Я даже... У меня один пример уже есть с Шоком. Шокирующий пример, но он такой, да. Не без этого. Я боролся с искушением, я двиндал на гоблина инстигатора, но победил его. Курсы телепатии не нужны? Ты опять поставил веселый смайлик, там, где можно было грустный поставить. Курсы телепатии не нужны, это очень грустно, на самом деле. Во, а у него есть. Где читка карт с Чижиковым? Читка карт с Чижиковым. Читка карт с Чижиковым. Читка с Чижиковым. Че вы думаете, кавалерия или стаг? Искушение двиндл на неонейта, чтобы вообще... Я думал сначала об этом очень реально. Очень реально думал о том, чтобы надеть на неонейта. Стаг? Это одна цель для ремова. Кавалерия больше пишет. Я не то чтобы спорю, наоборот, видишь, я поставил стаг, я просто обсуждаю с тобой. Смайлик должен улыбаться, на то он и смайлик. Ну, хорошо, назови его. Как будет? Седлик. Седлик. Во-во, во-во. Я говорил об этом. Я именно об этом говорил. Именно об этом. Фрауник. Фроник. Фроник. У нас на Грейве нет ни одного инстанта или сорсера. Мы фактически, как говорил комиссар в такси, в третьем такси, мы в дерьме. И, наверное, я не буду делать ландроп, да, друзья мои? Я что-то как-то жду каких-то всяких от него гадостей. Манами, что-то там страшное с нами делает все время. Вам нравится такая цель под свечеру или не нравится? Потом, может, поднимем свечеру. Вчера на драфте 4 гоблин-ветерана, всякого гобла там было в достатке. Ну, было такое задание. Всяко бывало. Бывало, знаете ли, на дроблю как-нибудь? Кучу гоблин-ветеранов. Я хитрил. Это же курсы. Это же курсы телепатов, Константин. Натяжение нервы. Вот-вот разорвутся, кто сегодня не первый. Вдруг он сыграл бы в меня майндрот. Разбиваются мысли, о чёрные скалы, и теряется смысл.
снегами, годами мое детское сердце, и туда птицы счастья улетела. Майн дрот. О, майн дрот. Что делается там вообще? А, он еще карту взял. Он как-то пока в стеке. Пока в стеке была арканная энциклопедия, он взял карту, да? Супер опасная понятно. Ну давайте пороть его, наверное. И на кэнселе, что ли, сидеть? Или мы не будем сидеть на кэнселе? Посмотрим, как он заблочится. Я бы, может, посидел бы на кэнселе. Потому что пионер должен быть на моем кладбище. Нравится идея посидеть на кэнселе или не нравится идея посидеть на кэнселе? Можно ходик посидеть. Кэнсел норм план. 4, 5. Плюс всем нравится идея сидеть на кэнселе. Давайте сидеть на кэнселе. Давайте еще не будем делать нандроп. Мы очень хитрые. Школа телепатии. Все дела. Мана факин лит, окей. Кэнсел потом вернул кэнсел. Он сыграл парня, это двинду плюс кэнсел. Да, в принципе, пожалуйста, чё я говна не жалко. Он там потом с него дроваться, правда, будет, ну и что? Мы его будем пороть все это время. Там монолит мы обречены. Там может быть сплэш на третий цвет, на какой-нибудь чудовищный. Там анконтрибельное что-нибудь. Анкаунтерабл. Есть только одна карта страшнее монолита, Константин, ты знаешь, да? Намек, она тоже артефачная. Николай Ебаровск. Хорошо, что у меня стрелы 17+. Да-да-да-да. Тебе хорошо, чувак, с того, что ты подровался. На табдеке не висит трансляция, не висит. Не висит. Вы не лайкайте на табдеке трансляции, я не буду их вешать. Лайкайте ли? А вам нравится, что я стримлю? Вот вы видите на табдеке трансляцию. Ну, на первый фонтан, на третий монолит, с него второй фонтан, правильно? Правильно, второй фонтан. Да, друг сосальщик, ты прям могучий, ты очень клёво сосёшь. Прям усосёшься. Десент, у него останется 3 маны. Может, сконтрить десент? Смотри, значит, нравится. Нет, я к тому, что это про лайки. Я немножко развлекаюсь по этому поводу. Не обыгрывается такое, да, согласен. Согласен, всё согласен. Плагомаром. Ну, плагомаром. У чувака просто грустно все. То есть у чувака должно быть все хорошо, а у него все грустно. Забайтил на шмару. Шмара, блин, да что с этой шмарой-то? Шмара. Так. Ну, мы просто порим, наверное, да? Порим и порим. Порим и порим. Порим и порим и порим, да? Порим и порим. Порим и порим и порим. Как еще можно? Да просто порим и порим. Просто порим и порим. Порим, порим и порим. Аргентина и Майка. 5-0. Ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, два, пять, окей. И поднимаемся вечером. Или не поднимаемся вечером. Или поднимаем конец. Хм.
Не, я понимаю, наверное, с вечером все-таки. Технично. Технично, правильно, технично. Дроваться. Нет, не дроваться, смотри, что-то лезет. Бэй, фаер на 4. Окей. Имеет право. Это же не спирит. Там шок еще можем. Шок? Реально? Нет, фу. Нет, фу, таким можно. Таким можно. Три сос... Вот этот чувак, ребятки, сосет за троих. У него же троих, да? Какая жесть вообще. Почему инвалид? К нацу. И не факт. Не факт. У чувака идея там какая-то. Типа сосать, не пересосать. Трехголовый. Это специальный многососущий оппонент. Что мы делаем с многососущими оппонентами? Лаксодон Лайтбрейкер. Третья морда. Чил убирать. Совершенно ничего не делающий, да? Не знаю. 7, да? Расслабляемся, получаем. Я уже на расслаблялся, Константин, в этих драфтах. Во, сейчас расслабимся. Ну, то есть, теоретически, шансы получить синюю землю очень высоки, да? Давайте мы это кипнем. Нас отжахают. Сам сосед. Нет, нет. Унижать опа мы не будем. Мы просто не тапдекнем синий, он спокойно выиграет. Будет сосать, поставит на первый ход сосальщика, да. На второй ход поставит двух сосальщиков. И мы будем, в принципе... Ну, вот мы, кстати, близки к тому, чтобы... В общем-то, эти вот все рыцари... Окей, как скажешь. От, я слово от забыл, что в прошлый раз? От на нашей стороне. Он нас так очень быстро запорит, он будет на каждый ход приходить на два. То есть два один пересасывать, на один идти. Зря вы смеетесь. У вас с опом будет поза 69. Спасибо тебе, дорогой, вот спасибо. Вот от тебя не ожидал такого. Оппонент-то не шутит. Вот, Константин, действительно, все-таки там все получилось в итоге. На третий трех, что за фигня каждым пиком туповые карты передают. Да. Монолит. Еще и не сыграл его в свой ход. Он его сыграл в свой ход. То есть мало того, что это неиграбельное говно, так он его еще в свой ход сыграл. Он сосать будет, понимаешь? Ты не понял идею колоды. Имбецил. Оппонент имбецил. Да нет, просто я что-то немножко не получаю от этого всего удовольствия, откровенно говоря, но... Я понимаю, что слушать это тоже не очень приятно. В этом, собственно, была одна из проблем с Рустамом Бакировым, что когда сильно его разматывало, у меня нет таких финансов,
Ларго, я бы играл компетитив. Ну, собственно, и играю я не очень. А, понятно, видишь, хорошо играю. Видишь, что делает злодей? Так. Шутки шутками. Шутки шутками. Может, амина спикера все-таки на 3 мы примем? В лучшем случае, да? 4 мы останемся в 13 хитах. Как мы его там будем рейсить, не совсем понятно. Так, мы примем на 2. Надо амина спикера, наверное, все же. Потому что если мы останемся без второй синий, это будет очень плохо. Да, вот это вот все замечательно, но вот он. Я тоже поэтому и не играю компетитив, потому что знаю, что бывают крабы. Нет, дело не в крабах. Это не крабский как бы оппонент, я не считаю. Ты КВЧ его там что-то сильно разубежал. Это не крабский оппонент, это просто достаточно странная колода оппонента, такая специфическая. Не то чтобы совсем безидейная, но какая-то такая, да. То есть мы очень легко можем проиграть ему. То есть абсолютно элементарно. То есть ничто не мешает. Меня спросят, почему я сыграл именно так, то я отвечу, потому что я не хотел пропускать линдроп. Да давай уже ремоут, ты чё? Морячка крутая, да, это правда. Морячка очень крутая. Как там он обязан? Мы обязаны лютиться или мы не обязаны лютиться? Мы, да? Предложение пожелания. Мы можем выдать unblockable сюда. Продуться, да? Или это плохой вариант? Или это плохой? Давайте пойдем, наверное, в атаку всеми без аминспикера, да? И посмотрим, что из этого дальше получится. И, видимо, не ставим, да, землю? Все ж таки. Мара. Мара, кстати. Друг дорогой, что ты сделал с собой? Был
А чё вы смеетесь-то? Ещё какой счётчик? Бита зачем он ману затапал? Шок имитировал, наверное, какой-нибудь. Думаешь, нет? А, хотел перекачать хиты с болеющего, да? Это бывает. Соснуть хотел. А он сейчас соснет, если как, собственно. Может, ну ему нафиг и два раза качнуться? Чё нам эта кавалерия? Да, я тоже думаю, что может быть качнуться два раза. Это будет поинтереснее. Самое главное три раза не качнуть. Синергия в действии. Вся синергия, которая есть на свете просто. Может, надо было, кстати, кавалерию выбрасывать. Да? То есть он вынужден пересасывать сейчас, прямо сейчас. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, да. Тап декнул Бейнслейл, да? Бейнфайр, как это называется. Да, да. Я как раз думал, что в принципе у него есть, наверное, только один. А, или он его имитирует? Имитирует. Окей. Имитация аута. Чем Плейнсмана и так достаточно, я что-то не вижу. Но, видишь, обилка чувака позволяет выдавать многим плечам. Оппонент опасно, опасно имитировал Бейнфайр. Опасно имитировал Бейнфайр. На прощание, пообещай мне,
Это дороже, чем рыбаконя качать. Рыбаконь больше-то не качается, понимаешь? Двойма на рыбаконь, это понятно. Все понятно. Ну вот такая рука тоже, конечно, имеет место быть. Ну и кричей мы не выкладывали. Поэтому мана была важнее, чем крич. Ого. УВ артефакт. Предложение в атаку-то все-таки идти или нет? Наверное, нет. У этого тоже большой аппаратус есть. Точнее, маленький аппаратус, какой-то большой. Это микроаппаратус. Микроаппаратус. Эссенс-катер есть? Нету. Но, чувак. Зря ты так. Зря ты так без эссенскатора. На этом оппоненте мы пока решили оторваться, да? Что там может быть чил? Я хочу пролютиться, мне не надо столько маны. Вот, и, наверное, на этом мы закончили каст спелов. Ну, в смысле, кричей, да? Давай. Хотя, если сильно втапается. Ну, тогда не закончили. Тогда вроде как не очень похоже на враз, да? Собирали мы его на кавалерии. Мне кажется, сейчас... Подожди, я хочу немножко по-другому сделать, наверное. Дисперс, да, я... Ну, там, на 2 синие. Нет. Константин, добро пожаловать в наш клуб.
Тебе хорошо там, кстати, в этом клубе? Тебе там не одиноко? Ого, у него тоже есть хорошая карта. Шлем какой-то у профессора Ксавьера на голову не давит? Почему он филдкрипера не сдает? Зачем ему этот филдкрипер? Ну что, надеть Намару Двиндл или не надевать Намару Двиндл? Что вы думаете? У меня есть свободная мана. Я легко могу надеть Намару Двиндл. То есть в этом, в общем, есть определенный смысл некий. Ставь Двиндл на бомбы. На бомбы. Думаю, что тут еще будут бомбы. Ну, окей, хорошо. Просто Мара хорошо блокает вот это вот все. Если понять, чем же они руководствуются. Вон, бомба. При принятии таких решений. Ищешь, не находишь, потому что знаешь, что они просто убоги, начинаешь их читать как комикс. Да, ты абсолютно прав. Ты молодец. Ты прям крутой. Но, видимо, без Мары или с Марой, там, я не знаю. Мара в Мару упрется, скорее всего, да? Пускай Мара в Мару упрется. Ну, то сильно палевно не идти в атаку Марой, да? Мама. Не понял. 2, 4, 5... То есть он умер? Я не понимаю вообще, что происходит. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Он правда умирает, ребят? Я идиот или он идиот? Нет, он идиот. Хорошо. Стрим имени Рустама Бакирова. Это же имбецил. Так. Может быть, Тотали Остому запихать куда-нибудь? Хорошо играет Тезерет, ребятки, правда? Мы еще не проиграли ни одной партии с Тезеретом. Ожерелье голых поп. Вся любовь. Тезерет дома? Тезерет дома. Марья Ивановна, ты заряд дома? Давайте отсадим одну кавалерию и положим один Totally Lost. Мне кажется, это будет хорошо. Марья Ивановна, ты заряд дома? Тезерет не выйдет. Ты гулять выйдет? Тезерет не выйдет. Я Тезеретом Селит 6-3 сыграл. Без проигрыша мне заказчик позвонил и говорил нового. Очень смешно. Да. Очень смешное обоснование проигрыша за это. Болос позвонил, да. Болос позвонил. Хорошо. Я это кипну, но это какой-то ад, конечно, адский. Адский ад. Это, собственно, продолжение адского ада. Продолжение адского ада. Да-да-да, чувак, у тебя есть аппаратус. Но у меня есть два цвета. У меня есть что играть. Но вот так, в такие руки я больше верю, чем в руку без одного цвета. Вот в ту руку я, в те руки-то я не верю. Мне хоть там пацаны показывали.
Что, не, все за шипок. Ну, кстати, тапдекнули же, да? Тапдекнули. То есть полов в деке больше, чем зиме. Вот, намного. В общем. Пионер. Пионер. Хороший пионер. А давайте-ка мы сразу сбаунсим доктора, потому что он нас будет долго-долго грызть. Так мы хоть что-то умное делаем, типа. Типа, да? Типа. Темпо баунс доктора, да. Мы убили, уничтожили доктора. Две на ботом тоже, конечно, да. Сейчас мы поймаем ремув соул, и будет все хорошо. Вот он у него, да? Вот это да. Вот это да, ребятки. Вот это да. Но мне не понравился. Не люблю, знаете ли, топтеров. Не люблю топтеров. И дварф артифишеров тоже не люблю. У нас есть, кстати, аппаратус, кстати, у самих-то? Аппаратуса даже нет. Господи, что за жизнь? Жизнь без аппаратуса. Битва двух якодзун. Вот все это время он нас бы кусал. И кусал, и кусал, и кусал. Точнее, он не то чтобы кусал, он бы нас там уел бы вообще в хлам. Че, отдадим декхенда, да, наверное, под аппаратус? Что делать? В лучшем случае. И гадзун. Да, я не буду имитировать ничего. Абсолютно. А, кстати, есть спириты, кроме рарного 1-3? Хоть какие-нибудь. Вообще ни одного, да? Окей. Ну, это хороший тоже, да. Тоже хороший. Он тоже пожалел аппаратус свой. Равный 2-1. Какая пиратка? Знаете, что на него бонусы придется вешать? Чувак! А, ну ты сам по нее, да? Или сначала, давайте-ка сначала, наверное, надену, да? Этот лохозавр. Птица дух за 6-5-5. Есть такая, да? Да, я сначала бонус повешу. Если у него... Да. Если он мега-супер крутой, конечно. Я думаю, что топтер, ребятки, да? Все ж таки топтер. А, вот так. С него нет ответов на ситуацию. Хорошо. Хорошо. Лучше на рыцаря меняться, мне кажется, нет. Лучше полету сделать. Рар за 7 изгнанных с кладбища можно вернуть на поле битвы. Черный демон. Демон спирит. Да, когда такая тупенькая достаточно. Сейчас, ребята, финал. Мы делаем в финале то, что мы делаем обычно.
кипаем плохие руки, обдекаем всякое, всякое. Ой, смотрите, они забанили, прикольно. У меня не открывается. Scryfall, я не знаю, что такое. Не знаю, что это было там за ссылка. Где мой чатик? Пробел убери там. Понятно, земля, окей. Так. Мы ходим первыми. А, там надо где-то пробел убрать. А-а-а! Блин, так его надо копировать получается. Это в прошлый раз же ты показывал этот класс, по-моему, да. А-а-а! То есть спиритов-то дофига. А это что такое вообще? Reach, return, from your grave to your hand, activate. А он не в какой-нибудь специальной там колоде только? Вот это вообще не видел, помню, раз. За 6 маны, 5-5. Он типа демона, да, только он возвращается проще. Интересно. Да, спасибо. В мастерах только 3. Окей, ну мы кипнем это, конечно же. Мы это кипнем. Будем там всякое играть. Если нет, апдекнем третью ману, поставим сначала именно спикера. Апдекнем третью ману, поставим дикхэнда. Дикхэда. Поставим дикхэда. Да, давайте поставим дикхэда. В продолжении вскрывания денег я вчера тезарета вскрыл Иру. Сосед по поду файлового вскрыл. Денег накипал за эти тесты немерено. Клёво тебе, дружище? Разве плохо, что денег накипал? Ты молодец. Будешь богат, молод, богат, знаменит. Какая вероятность, что он сидит с ремов соло? Да даже если он сидит с ремов соло. Ну пускай сидит с ремов соло. Так, ладно, да. Так. Четвертая нужна стопудово. 1000-пудово. Пятая? Господи, а что это, правда? А, это бомбардировщики. Это чиш там какой-то обработал, что там себе. Наверное, пятая не нужна. Или нужна? Блюз там. Блюз. Блюз. Пятая земля нам нужна, друзья мои? Наверное, нужна. Почему бы нет, да? Не нужна, думаешь? Мы на следующий ход сыграем Мару. Нужна, ребят, почему нет? Хотя мы все равно сыграем... А, мы можем сыграть кавалерию. Нужно, не надо, не надо. Окей, хорошо. Послушал на чатик. Может, что-то шарите, правда? Не надо. Пожалуйста, не надо. Неужели техничный оппонент мне сейчас сыграет ремову? Да. Хорошо, так можно. Так работает. Машина летит на честном слове и на одном крыле. Ночь была, все объекты разбомбили мы дотла. А мы ушли, ковыляя в Англии, а мы колотаной подлетаем с земле. Вся команда была, и машина пришла на честном слове и на одном крыле. Я слегка удивлен. Ну, пороть всеми, на шок сыграем дисперс, да, что-нибудь такое.
Окей. Lingua Latina. Lingua Latina non panisканина. Есть такое знаменитое. Давайте на разбаунсим его, да? Как вы полагаете? Что он там будет торчать? Интересно. Наверное, я хочу сейчас сыграть Anticipate. Доброе утро. Вообще, не говори. Сплошные сказки. 103, 4, 5. Ну, тебе начнем, видимо. Перемен. Мы ждем перемен. Судя по тому, что у тебя доброе утро, это даже не в Москве, Табрус. Чувак. Чувак, ну ты чё? Если он атаковал или блокировал, ну чувак, ну ты чё? Это же не серьезно. Давайте сыграем Divination, посмотрим, что там такое. Ну, такое, да. Поезд московский, 12. Но у тебя утро позднее. Как истинный москвич. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Окей. Угу. Сейчас выяснилось на работе, что ничего не работает, можно спокойно смотреть стримасики. Ну да. Такое бывает, да. И умелыми жестами рук. Что все это, чтобы друг друга понять. На ботом на топ. Какой техничный, интересный оппонент. С трехцветной колодой. Не флайер. Нет, не флайер. Еще интереснее, чем флайер. Ну флайер же, я же его видел. Такая интересная, да? Малиновое вино. Малиновое вино, окей, малиновое вино. Хорошо. Ну что, ребята, мы идем Марой в атаку? Мы, наверное, идем Марой в атаку, да? Если он блокает нам, нас вдвоем,
Ну, собственно, пускай блокает, да? Если он как-нибудь там блокает не вдвоем, то пускай не блокает. Почему смысла нет ей бежать? А если он сблокает Мару Минспикером, это будет прекрасно. Это значит, он не сблокает, а Минспикером, допустим, Найта. Если ты хочешь сказать, что он сблокает вот так и вот так, и я спокойно пройду надвое. Ну, это прекрасно, если я не пойду Марой, он сблокает вот так и вот так, и я не пройду ни на что. Конечно, а как бы в чем логика не идти всеми, я не понял тогда. Тебя Минспикера жалко, что ли? Так мы его съедим. Константин перегрелся в Иркутске. И это прекрасно. И это прекрасно, друзья мои. Вырвал из контекста фразу. Это бывает с контекстами. Бывало, вырвешь из контекста фразу. Окей. Да ладно, не оправдывайся. Чтобы быть начеку и наслаждаться жизнью, она купила наручники и телескоп. Это прекрасно. Это прекрасно, друзья мои. Слип. Слип. Окей. Окей. Окей, мы спим. Окей, мы принимаем на 4, спим. Все спят. Потом еще примем, но по воздуху там немножко. Не вопрос. Ну, то есть у него есть слип. У него есть слип, у него есть Totally Lost, у него есть Dwindle, у него много чего есть. Хорошая цель для свечеру, или это не хорошая цель для свечеру, ребят? Друзья мои, как вы думаете, есть ли у оппонента ремувал? Мне мнится, что ремувала нет. Как вы думаете? Что надо делать в этой ситуации? То есть, мне кажется, что у нас достаточно неплохая атака есть, да? Очень сложная атака всеми. Очень сложная атака всеми. Ты тег сарказм не поставил, я тебя не понимаю, дружище. Ты сложные вещи говоришь. И втапали Аминспикера, видимо, да? Да. Окей. Вот так со мной надо разговаривать. Я же по-другому не понимаю. Хочу забрать себе дровольщика, но я не думаю, что он будет его сдавать. А если он будет сдавать дровольщика, ну, значит, сдаст дровольщика. Что сделаешь? Что-нибудь заберу еще. Я понял, что ты про свечеру, да. То есть вообще идея в том, чтобы выиграть оппонента. Если можно выиграть оппонента, не забирая дровольщика, да и хрен на дровольщика, в общем-то. По большому-то счету. Хорошо. Пою я песни сам себе.
Мы не собираем свечеров в данной ситуации. Мы лучше засветим кавалерию, наверное, да? Враса там быть не может. Светим кавалерию. Знаете, как в этих фильмах, боевичках там, типа, когда, типа, там, закончилось какое-нибудь грандиозное там побоище, и в конце приезжает полиция, и там какой-нибудь главный герой, там, хоть Мел Гибсон или там Брюс Уиллис, говорит, вот кавалерия приехала. А вот и кавалерия, да-да-да, а вот и кавалерия. Оппонент сложный. Оппонент мутный. Оппонент играет большим количеством кричушек. У нас есть один чил, в принципе. У нас не очень хорошие бонды, наверное. У нас не очень хорошие двиндлы всякие вот такие вот. Предложение номер один. Да, оппонент играет слипом. Давайте-ка, может, положим еще один чил по этому поводу, нет? Что вы думаете? Чтобы нам не отъехать после этого слипа. Чтобы у нас не слиплось после слипа. Или двиндл вам все-таки больше нравится? Типа куда-нибудь, какую-нибудь цель мы найдем все-таки, да? Может, кэнсел убрать на дроиде? Больше чилов. Больше чилов. Давайте больше чилов, ребят. Давайте. Сварм от Трампет Бласта. Ну, два чила. Куда уж больше-то. Два чила. Доставай два чила. У нас прекрасная, совершенно обычная рука для нашей колоды. Ты, Константин, спрашивал, что там я дисперсом убил Топтера. Не убил бы дисперсом Топтера, сдохли бы давно. А наш где? Ноби на топ. Ну, неприятная фигня, да? Фу, гаденыш какой, а? Неприятный. И маг-то какой безобразный, в общем-то. Но, видимо, все равно маг, да? Все равно маг. Безобразный маг, все равно маг. Наверное, дисперс, да, тупо. Тупо дисперс в Хелиона. Или нет, или бонды. Можно бонды в Хелиона. Надо же куда-то их играть. Но... Плохо, что мы ничего не делаем, да? Мы знаем, у него одну карту на руке. Вот, но совсем ничего не делаем. Таус.
Ну, чил, видимо, да, то есть на 5 принимаем, чил какой-нибудь или что-то такое. То есть циклимся. Плохо, что у нас нету ничего. Но поэтому надо чил играть, наверное. Наверное, надо играть чил. Два хелёна не один, да. Угу, окей. Чё-то есть. Там, конечно, ответов может быть многовато, но что сделаешь? Да, такого видели. Чё он там опять эссенс-катер имитирует? День добрый, народ, не укос, сейчас не будет ключа, а то уже поиграть охота, разрабы все не отвечают. Это не арена, слава богу. Это не арена. Дело в том. Может, чил поднять? Просто он, ну не знаю, нет. Блин. Ладно, давайте посидим с дисперсом. Окей. Я просто к тому, что я не хочу декхендом блокать катерснайпа. Я буду блокать магом, если что. Опять же, могу в него дисперс сыграть там как-нибудь, там, если что-то пойдет не так. Смотри, не пришло тебе письмо. В чем разница, чем две игры схожи? Игра принципиально та же самая. Как бы, то есть изначальная игра та же самая. Клиенты разные и разные в эти все. Все разные. Да, инстигатор. Мара это не так плохо на самом деле. Ну что, у нас есть окно для Сальвагера? Потом может не быть вообще. Потом вообще окна для Сальвагера может не быть. Да, давайте сыграем сейчас Сальвагера. Чил, в принципе. Нормальный план. Сима немножко лошади. Угу. Что получается, у нас 8 маны, 4, да, просто ставим. Ну, пока не в стиме, наверное.
Сабилил куда-то, да? Сабилил в Гаттерснайпа. Хорошо. А он от ответки не приберется, интересно? Ну, не совсем приберется, приберется, но хорошо ли он будет? Никогда не в системе. А еще? Хорошо. Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу. Зачем топтать мою любовь? Чила у него самого, что ли? Он на слип все-таки надеется. Ничего не буду делать. Снится, что мне не дожить до весны. Снится, что вовсе весна умерла. Страх во мне оставляет следы. Что вы, ребятки, думаете? 5, 6, 7. Зачем топтать? Охренеть. Надо. Нам, наверное,
А, это моя судьба просто. Это моя судьба. Сейчас, 30 секунд. Да, примерно то же самое, я думаю. Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало. Я разбиваю руки в кровь. Я не сошел. Как вам идея Геральда? Геральда и катнуть одну синюю за одну белую. Зачем топтать мою любовь? Ну и что-то еще там убрать, положить. Ну, сальвагера, видимо. Я разбиваю руки в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Веселая фигня, конечно. Понятно, до шести. Я оставил на то, окей. Финал должен быть финал. Должен быть челлендж обязательно. Компонент должен убивать нас ровно хит в хит, да, вот это вот все. Топор, блядь, слона сирии, да, вот как без этого обойтись? Зачем топтать мою любовь? Они блокают друг друга, кстати, ребятки. Я и так почти не стала. Прекрасно, причем. Я разбиваю руки в кровь. Но у него действительно такой, типа вот, Оэр Бурна, да, что-то такое. Ну что, атака, две активации, видимо, так. Что такое осень, это небо, плачущее небо под ногами. В лужах разлетаются птицы с облаками. Осень, я давно с тобою не был. В лужах разлетаются птицы с облаками. Осень, я давно с тобою не был. Осень в небе жгут корабли. Осень в небе роща земли. Хорошо. Без малейших. Тизерет, он там, конечно, может его лава эксом убить, но я одну что могу сделать? Что я могу сделать? Почему ангела? Почему ангела? Почему ангела? Он сильный. Хорошая аргументация. Он не слабый, я бы сказал, да. Он мощный очень, ангел. Тоже, кстати, интересный вопрос. А нет, не интересный вопрос. Неинтересный вопрос.
Мы видели там Rim of Soul, ребят? Я вот не помню, честно говоря. Совершенно не помню. Скорее да, чем нет, наверное. Да? Ну, конечно. Куда же без этого? Куда же без этого? Господи ж ты, Боже ж ты мой. И что у нас там есть? Какой-то баунс есть, да? Спасибо, стрим. Поехал на самолет, родной пенат. До понедельника улетаю. Я напишу был совместного стрима. Сейчас останется. Конечно, останется. 100% останется. Гоблина. Гоблина интересный план, да. Я тоже думаю, что гоблина. Можно и артефакт было, кстати. Не знаю. Давай, дружище, это же интересно. Ты же любишь фановые колоды, да? Судя по всему. Может быть, стоило. Мы будем брать три карты? Или мы пойдем в атаку сначала? Это не та палка, совершенно дурацкая палка. Сначала тезерет. На взятие, да? Давайте попробуем. Скорее всего, он сейчас будет играть в ответ. Тоже интересно очень.
почему это ничего не сыграет? Все, сыграем. Ну, атака всеми в любом случае. Но без пионера, наверное. Давай-давай, самому интересно. Чил, да. Забавно. А вам нравится, ребят, идея забрать Gutter Snipe, например? Anticipate Response? Ну, давай сыграем Anticipate Response. Честно говоря, на самом деле не факт, что Anticipate Response. На активацию ванды. Такое. Я вижу, что у меня время. Но еще и мана в пуле прекрасно осталась, да? Окей. Все как надо. Просто все как надо. Шансов очень много. По времени вроде должны успеть. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Стоп. Ну хоть так. И это было непросто, я вам так скажу. Все-таки 3-0 даются тяжеловасто, да? Ух!
Дечка очень хорошая. Плотненько и плотненько. Все так и есть, ребята. Спасибо, Сереж. Спасибо, Рада. Так. И как нужно, в финале пришел тизерет. Вот такое вот все, да? Ты колода сделала то, что должны были делать Power Spells. То, что должна была делать ББшка, да? Победа! Победа, владыка! Я? Увы. Спасибо. Спасибо. Тизерет с вечеру. Два декхенда, да? Два декхенда. Тизерет с вечеру. Два декхенда. Нет, ну... Максимум раздрафт, но, наверное, это уже не надо. Тоже чересчур. Во-первых, я достаточно плотненько иду по графику. Это 10-й драфт вообще из 15, которые мы собирались. Дальше еще на следующий нужно будет опять собирать донат, потому что это все очень тяжело, мучительно. Вот. А значит, что касается... Нет, значит, если прям это, вот кто-то сильно-сильно сейчас вас жаждет, будет раздрафт и типа один тур, но это надо... сильно постараться чатику, потому что я как бы немножко подустал. Но могу. Вот, значит, что будет дальше? Вот я. А что будет дальше? Дальше в воскресенье перед... Перед футболом будет совместный стрим с Риторном. Причем у Риторна есть какая-то идея по поводу форс драфта. Что-то он хочет фордрафтить. Вот. Непонятно что. Но как бы он что-то там он хочет. Фух. Бэкспейс, я тебя очень люблю. Вот. Но я уже много раз говорил, есть один способ повлиять на решение стримера. Вот. Но... наверное, сегодня это уже действительно чересчур чуть-чуть. Почти? Почти мой на ум. Так, ладно. Раз никто не хочет драфта. Спасибо всем. Донат решает, да, это правда. Донат решает. Спасибо, спасибо, Андрю. Всем спасибо. Вот. Еще раз на всякий случай расскажу историю про Хугланда. Я же всем уже рассказывал. Да, ладно, не буду рассказывать. Все. Давайте, ребят, до вечера в воскресенье. Мне кажется, на хорошей ноте. На хорошей ноте все-таки закончить победой. Всем спасибо. Всем пока-пока.